On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Привет, тебя как зовут? Яна. Как? Яна Николаева. Яна, очень приятно, меня зовут Женя. А, Яночка, расскажи мне, на каких этапах уже побывала, что было классное? Мы ели уже какую-то жижу и угадывали чиз, копались в манке, искали ключ. И еще сейчас где-то были. А. Ничего себе, аж память ошибла. Вот это конкурс, я вообще в шоке. Хорошо, вообще как впечатление? Вообще круто, вообще классно. Прям круто? Вообще класс. Все, спасибо, Яночка. Скажи, как тебя зовут? Владислав. Владислав, подскажи, пожалуйста, что за конкурс, что приготовили, что было интересного, ну и ингредиенты, может быть. Сейчас. Конкурс называется «Каша». Суть конкурса – надо найти самое большое, либо самое маленькое число. А каша тут при чем? Ну, каша тут при чем, если ты не угадываешь число, и самое большое, либо самое маленькое. Кушаешь кашу. А что в каше интересно? Получается, манная каша, раз. Горчица, два. Сгущенка, три. Перец, соль на вкус. На вкус, я так понимаю, все понятно там. Хорошо, спасибо, Влад. Спасибо, до встречи. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Глеб. Глеб, очень приятно. Глеб, подскажи, что это был за конкурс? Что делали, что понравилось, что нет? Очень странный конкурс, потому что пища, ну ладно, еще терпимо. А вот числа, знаете, я очки забыл дома. Это вообще нормально. А что, что кушали? Я надеялся на свою команду. Все? Что кушали? Кушали, я не знаю, даже что-то как манка. Ну, вроде съедобно было. Съедобно? Ну, это девчонки ваши готовили, так что готовьтесь. Да, ну ладно. Удачи в следующих конкурсах. Спасибо, да.